чувак, пожалуйста. Слева! Да! Да! Не успею, Нэжи! Спасибо тебе большое! Блин, я ничего не вижу! Ой, спасибо тебе большое! Прям от души, душа на душу! Вы все стрим-снайперы, вы нупы галимые! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и сегодня будет просто нереальный видеоролик, потому что прямо сегодня ТикТак на все мои задания будет говорить только да. Если я ему скажу продать Крэббит Голд за 0.03, то он будет тоже говорить только да. ТикТак, что скажешь по поводу всего этого? Ты готов? Если честно, я бы сказал нет, но мне приходится сказать да. Да, и знаешь, как будет первое задание? Ты сейчас просто будешь в шоке. Хочешь ножик за одну минуту? Все очень просто. Джиджи Снудов разыгрывает более 100 ножей. Условия очень простые. Лайк, подписка, репост и любой комментарий. Хочешь новую аркану Танта совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней голдпасса? Ответ тут. Просто зайди на Джиджи Снудов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Переходим к барабану бонусов. По моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Заходим на рыночек, родненький мой, давай на рыночек заходим. Ладно, мне сейчас выходить вот это. Конечно. Ой-ой-ой, я смотрю, у тебя слишком дорогой инвентарь. Не-не-не, как братик, ты рофлишь? Тихонечко. Заходи на флипной фортекс. Дай себе ты, мамкин бизнесмен. А ну давай быстро, так, я уже захожу, короче, смотри. Я залетаю. Куда мне надо заходить? Flip Knife Vortex. Ты хотел бы вот поделиться с твоим другом этим скином или нет? Такой вопрос. Это тот самый нож, который я у тебя забрал? А давай обратно. Да, ТикТак, короче, забрал ты тоже к меня немножко раньше с этим видео. Теперь надо давать. Сейчас видишь цену 1200. И знаешь, что делать? Это надо это быть нечестно. Хорошим мальчиком. Ставь закуп 003 и будь готов. Ой, не закуп, а запрос на продажу. А, ладно. Так, подожди, 003 я сказал. Не буянь. Ой. Не буянь. 003. Давай, родники, иди сюда, 1200. Ой, спасибо тебе большое. Так. Слушай, брать. Слушай, а может быть ты мне хочешь слить Конарипер? Такой вопросик-то нескромный. Конарипер, у тебя есть? Прикал, нету, смотри, нету. Нифига себе, у тебя инвентарь! Нету. Давай быстрее, нету, а то нету, сейчас нету, и до Кирбога нету, дойдет. Нету Конарипера, смотри. Конарипер? За обман. Ладно, есть. Хочешь поделиться с братиком и слить этот Конарипер за 0.3? Ну так честно, хочешь? Да. Но если ты так сильно хочешь, прямо сейчас ты видишь запрос 1198 и сливаешь его за 003. Давай, раз, два, три, сливай! Ой, спасибо тебе большое, прям от души, душа на душу. Чувак! Покупай три фурис кейса, все, жизнь такая штука, понимаешь? Сегодня фейбл, завтра фурис, давай, все. Ты хочешь три фурис кейса купить для меня? Да. Давай, родники, заходи. Раз, два, три и открываем их сразу, кабанчиком, без буста, без всего. Без буста? Без буста, давай. Просто открываем. Медленно голда улетает. Так, и что ж тебе упадает? Блин, ну не мог Фомас Фьюри выбить, ну ёлки-палки. Так, потом отдашь, это дешевенький скин, давай дальше. Дальше опять Фьюриус. А обратно Фьюриус. Без буста открывать? Без буста, просто открываем. Хорошо, я открою, мне не сложно. Давай. Ты ж хочешь открыть или я нет? Я очень хочу, я мечтаю его открыть. Вот за это я тебя люблю. Давай дальше. Ладно, еще один Фьюриус, хорошо. Конечно. Держи. Так. А где керамбитики? Ага. Ты решил меня огорчить сегодня, да? Керамбита мне не выбил, значит, да? Да, вот так вот тебе и надо. Слушай, такой вопросик. А правда ли то, что ты всех обзываешь стрим-снайперами и всегда говоришь, что тебя мышка не доводит? Это правда или нет? Да, хорошо. Да, это правда. Теперь смотри. Заходи в закладочку бомбу. Прямо сейчас. И тебе надо в голосовом чате обзывать всех противников стрим-снайперами и всем своим тиммейтам кричать, что тебя мышка не доводит. Понятно? Ёзда!
выбирай любую команду, я тебе разрешаю. Если в хорошем настроении, ладно, выбирай любую команду. Хорошо, я выберу, без проблем. За Тера зайду, братья, хорошо. Да, давай, только так, подожди. А ты сам хочешь это сделать? Ты, братик, я мечтаю об этом. Я мечтаю об этом. Выстрел, снайперы, все! Гребаная мышка! Меня слышно? Алло, алло, меня слышно? Стоять! Я слышу тебя. Ты меня слышишь? Слышу. Иди сюда на мидл, раз слышишь меня. Какой мидл? Шо, какой мидл? Говорю, на мидл иди. Ты стрим-снайпер гребаный. Ты где? Скажи всей команде, что они все стрим-снайперы. Вы все стрим-снайперы, вы нубы галимые. Ты меня слышишь? Все стрим-снайперы поголовно. Вы все... Мышка моя вас в ротамбу сдавала, понятно, стрим-снайперы? Где ты с микрофоном, стрим-снайпер? Ха, чувак, ты меня запугал, ему страшно стало. Что-то меня замутит, походу. Зачем ты детей пугаешь? Ты где, стрим-снайпер? Покивай головой, если меня слышишь. Киргол смотрит. Головой кивай, если слышишь. Я смотрю, ты решил меня позлить, правильно? В смысле позлить? Подожди, ну я не понимаю, почему нету трэша? Почему они все молчат? А давай-ка, иди прямо сейчас к мусорке, доставай мусорный пакет и надевай его на голову, и тебе надо так поиграть один раунд. Ладно. Ты хочешь сделать? Хочу, конечно, чувак, я пошел. Ну давай, давай, давай. 5 minutes later. Давай, надевай его на голову. Мусорный пакет мне на голову? Скажи спасибо, что без мусора. Подожди, а ты хочешь это или нет? Да, я очень хочу, я это сделаю. Ну так с этого надо было и начинать, давай, надевай на голову. Я это сделаю. Блин, я ничего не вижу! Так, ты опусти голову. О, я вот так вот вижу. Не, я ничего не вижу. Давай, давай, слушай, нормально, давай. Твоя задача. Я вижу, понял, я так плохо все вижу. Минимум 2 кило, минимум 2 кило. Говори, когда противники будут. Давай, давай. Ой, ой, слева кого-то замечу. Так, нормально, по прямому. Я не вижу ничего. Нормально играешь. Ай, да по тем стрелять. Я вижу только чертание. Я чертание только вижу. Виботы все, виботы. Такой вопрос, а ты хотел бы съесть этот мусорный пакет? Чувак, ты прикалываешься, надеюсь? Скушать хочешь или нет? Ну-ка вопросик просто. Очень сильно хочу. Хочешь скушать? Очень. Если ты прямо сейчас не делаешь ни единого кила, придется кушать мусорный пакет. Да! Я не вижу ничего. Я не вижу. Ты настоящий? Я вот так. Давай поехал. О! Давай. Стреляй! Сейчас, давай в следующем раунде, пожалуйста. Но это же последний раунд. Если сейчас ты не тащишь, ты кушаешь 2 мусорных пакета. Подожди, пониже мусорный пакет. Ты что, ты же сам меня просил. Давай, брат. Брат, мы тебя не видим. Что-то происходит у тебя. Я пытаюсь рассмотреть что-то. Она, ребят, тик-так стал мусорщиком. Плохие новости. Чуваки, это невозможно. Реально, попробуй. Братуха, давай налево. Налево. Стреляй по прямой. Ниже. Я не попал ни разу даже. Чувак, дай еще шанс, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, Радик, ну походу надо кушать мусорный пакет. Все, последний шанс, реально. Радик, ну ладно, последний раз. Или кушаешь 3 мусорных пакета. 3. Если прямо сейчас тик-так не делает хотя бы 1 кило, он кушает 3 мусорных пакета. Ты гонишь? И тем более он меня сам попросил. Вот тут кто-то будет 100%, готовься. Давай, там надо есть, стреляй! А, не вижу ничего. Это дым, стреляй! Стреляй! Так я попал по нему, нет? Ладно, давай так, я тебе дам шанс сделать дырку для одного глаза. Для одного только. Только меня сейчас замочит быстрее, чувак! Дырку делай все быстрее. Я не вижу ничего. Дырка очень слабая. Минимап. Ох, нифига себе дырка! Нормально, ты что? Я не вижу из-за дырки! Ты один килл сделал. Нормально. Хорош. Я с пакетом играю лучше, чем вся Тима! Ты на первом месте, чувак. Такой вот вопросик, а какие у тебя есть самые дорогие скины, расскажи. Чёрт. Никаких, я вообще, я бомж. Без брони. Реально, бомж. А, я понял, то есть я сам проверю, хорошо, ну нажимай. Стой. Рынок. Стой. Давай. Так, USP, какой самый другой USP у нас есть? Давай фильтр по цене. Вот, фент. Хорошо, давай выберем самый дешевый, я тебе пощажу, выберем USP. Знаешь какой? Генезис! Вот, так самый дешевый лайн. Давай, USP Генезис. Прямо сейчас заходи. Ну прикалываешься же, да? 16 тысяч! А ты рост! Я хочу этот USP! Я хочу!
Ты хочешь мне его слить? Только честно. Ну чё, да, да, очень. Ну ты рофлишь, давай без этих рофлов, ну, пожалуйста, ну давай без этого. Я рофлю, да, я рофлю. Я сейчас тоже захожу на USP, братик. И ты прямо сейчас, ну ты же хочешь слить или нет? Мне его за 0.3, такой вопросик. Да. Хочешь или да, нет? Да. Хорошо, брат. Прямо сейчас. Став 0.03. Гонишь? Давай, 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 иди сюда, родненький. Гонишь? Ты сейчас серьезно ты говоришь? Смотри, чувак. Как только ты увидишь цену 15 тысяч. Нет, нет! Ты хочешь? Надо. Как только ты видишь цену 15 тысяч, ты сливаешь 0.3. Нет. Ты готов это сделать? Вопрос такой. Да. А ты хочешь это сделать? Да. Нет, чувак, пожалуйста. Сливай! Да! Да, USP Genesis! Спасибо тебе большое! Охренеть, он классный! Ну слушай, если ты будешь хорошим мальчиком, я возможно тебе отдам. А можно тебе не отдавать? Такой вопрос. Можно тебе не отдавать? А-а-а! Это не кондрится! Получается, что да! Мы же говорим. Короче, мужчины, вот такое вышло видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. На канале Титака есть продолжение, ссылочка в описании. С вами был Кентуха и бедный Тик-Так. Всем удачи и всем пока!